Может, тут срежем? Можно по лестнице. Ты чего скисла? Не, все хорошо. Просто ты как-то сегодня притихла. А, прости. Нет, я же... Неважно. Вот. Элли? Элли? Что? Лестница. Давай. Ага. Господи. Элли! Ты куда? Элли! Элли! Смотри скорее! Что это? Ничего не нашел. О чем она говорит?
Это что? Глазам не верю. Идем, скорее! Что за херня? Ты видишь? Щ-щ, не спугни. Ладно, ладно. Ты чего? Все хорошо. Иди сюда, иди. Мой хороший. Ну, подойди. Давай. Привет. Рост офигенно. Куда он? Ладно, давай, пошли. Ну, не спеши так. Ух ты, красавчики. Мы можем отказаться. Ты ведь это понимаешь? А какие варианты? Вернемся к Томми и просто забьем на эту хрень. После того, что было, того, что я сделала, я не могу все бросить. Слушай, ты хочешь как лучше, но деваться некуда. Вот закончим, пойдем куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду, так что хватит уже.
прошлое попал. Почему? Сразу после катастрофы я оказался в похожем местечке. Куда ни посмотри, везде осиротевшие люди. Весь мир рухнул в одно мгновение. Ты тогда потерял Сару? Да, тогда. Я не представляю, каково это — потерять самого дорогого человека, лишиться всего. Сочувствую. Спасибо, Элли. Так, вот хорошее место. Так, отлично. Джоэл, у меня есть подарок. Вот. Мне Мария показала, а я потом ее утащила. Надеюсь, ты не против? Понять, что от прошлого не уйдешь. Оно все равно тебя настигнет. Спасибо.